У меня в руках тепловизор. И сейчас, когда в Минск пришли арктические морозы, мы начинаем охоту за теплом. В Твери находимся. Минус 37 градусов, минус 39 даже. Вот такая вот в тени температурочка. Ой-ой-ой, минус... Минус 38. Почти на солнце. Минус 26 было зафиксировано на солнышке. Минус 4,7. В общем, если вам стало совсем плохенько, вот ищите канализационные трубы, подходите, грейтесь. Собственно говоря, приехали мы на отапливаемый паркинг. И сейчас проверим. Ну, все хорошо, очень хорошо. Вот показывает 5 градусов тепла. 5,2. Интересно, сколько времени понадобится автомобилю на такой парковке, чтобы полностью отмерз. Тут уже тепленько ощущается сразу. Смотрите, 15 градусов. 17. 18,5 зафиксировали. 17, 18. Ну вот в торговом центре примерно температура 15-17 градусов. Охота за теплом. Здесь Рождество у вас, бегите домой. Посмотрите вот на тепловизор. Посмотрите на тепловизор. Какая погода? Минус 35 в тени. Понятно. Минус 34. Бегите домой. Бегите домой, грейтесь. О, минус 9. Не верю. Должно быть тепло. Не верю. Ждем. Я ему не верю. О, минус 3, что ли? Ах, а чего не верить, если замерзшие окна, вот посмотри. Минус 3. Как-то вот прям, если навести на весь салон, пляшет, конечно, температура, в зависимости от того, на что навели тепловизор. Ну, 7, 8, минус 5. Не плюсовая в автобусе, но в любом случае значительно теплее, чем на улице. Вы все видели сами. Мы не ставим вердикт, мы не синоптики. Мы показывали вам цифры, которые нам показал тепловизор. Сидите дома, грейтесь. Всех с Рождеством.